находимся сейчас в центре Похьойсабу. Это рынок, это место для общения, сюда собираются толпы народу, здесь можно найти всякого традиционного. И самое главное, что люди здесь общительные и скромные. Здесь, например, находится центр мира. Кто из вас знал, что это находится именно здесь? Я точно не знал. Здесь, на самом деле, если точнее, это не центр мира, а это центр всего Вселенной. Здесь народ, который здесь живет, они просто не нравится это, потому что они относятся к очень многим вещам с юмором, в том числе и в жизни. Потому что здесь они говорят, что достаточно суровая жизнь, значит, должен быть хотя бы весело. И здесь есть на самом деле пословица, в этом регионе, что когда человек говорит, ответственность за его слова несет тот, который слушает, а не тот, который говорит. Поэтому, вот так. Поэтому и здесь, что мне нравится, в последнее время в Финляндии просто стали относиться очень как-то хотят финских продуктов. И вот здесь мы видим, когда Финляндия северная страна, но все-таки есть яблоки. Вот, финская Антоновка. И слоя. Я даже не знал, что в Финляндии есть столько сортов яблок. Вот надо было приехать сюда, чтобы это понять. И круша разрастет. Не знал. А вот здесь есть самое-самое ценное, что есть в наших краях. Это ягоды. Там есть наши все витамины. Вот только это надо есть, и все. Болеть никто не будет никогда. Вот вкусно. О-о-о. Кисленько, вкусно. Ох, как хорошо жить. Сейчас я хочу еще вам показать одну деликатес, который готовится, говорят, только здесь. Сейчас мы будем попробовать, запомните слово. Кала-кукко. Почему? Кала – это рыба, кукко – это петух. Почему это называется рыба-петух? Я не знаю. Но это такое традиционное блюдо, которое здесь всегда едят. И очень важно, я не знаю, у каждого есть любимый человек, который их делает. Я люблю это Ханна Партер. Потому что для меня это самые такие правильные. Кала-кукко. Запомни, кала-кукко. Его надо срезать правильно. Тут есть... еще теплый. Вот смотрите. Ни в коем случае его нельзя резать вот так. А просто надо срезать отсюда крышку. Вот. И дальше будем кушать. Открываем и... вкусно-то как! Это раньше делали, когда на поход или на работу, или на охоту. Это очень удобная штука. Положил в карман или там рюкзак и пошел в лес. То есть, здесь есть и мелкая рыба с костями, и вот это самое сало. В хлебе, в черном хлебе. Я нахожусь в центре Вселенной и ем очень вкусное кала-кукко. Запомни, кала-кукко.